Привет, ты на канале Magic Pets. Я Эйвен, со мной тут моя жена Миша, дочь Юмичу и сестра Софи. И сегодня мы будем отвечать на самые популярные вопросы. А это киса Алиса, которая думает, что она собака. Я и есть собака. Так, давайте, гоните вопросы. Сейчас мы, Алис, мы дождемся, когда придет Аня, и она нам будет их читать. Тогда пока что подписывайся на канал и ставь лайк, да? Да, и ты можешь писать свои вопросы нам в комментарии. И мы когда-нибудь на них ответим. Но до того, как мы начнем, ребята, я должна вам сказать кое-что важное про вот эту штуку. Это электрический ошейник для собак. И для кошек тоже его используют. И на нашем главном канале Magic Family Аня сняла про него видео. Она не просто рассказала о нем. Она показала, как он работает, как это жестоко, и как люди используют этот ошейник, чтобы бить животных током, чтобы они не лаяли и не делали других плохих вещей. Мы очень просим вас всех, ребята, потом пойти и посмотреть это видео, и самое главное, поставить ему лайк и поделиться этим видео в своих соцсетях, потому что эта вещь опасна. У меня аж голос сел. Но самое ужасное, что сказала Аня, это то, что эти ошейники покупают огромное количество людей! Не только в мире, но и в России, и везде. И мы очень вас просим поддержать это видео, если вы тоже, как и мы, против жестокого обращения с животными. Пожалуйста, ребята, потом, когда смотрите этот ролик, обязательно сходите. И обязательно расскажите об этом ужасном предмете всем. Ссылка будет в описании. Кто, если не мы, заступится за животных в нашем мире? Это просто кошмарная живодерская вещь, и мы должны с этим побороться. Поэтому обязательно помогите нам и распространите то Анино видео. Так, я пришла. Чем вы тут занимаетесь? Уже готовы отвечать на каверзные вопросы? Да, Ань, мы готовы, как всегда. Так, а зачем у вас тут лежит эта ужасная кошмарная вещь? Ни в коем случае не трогайте ее, это опасно. Я ее отсюда уберу. Ань, мы просто попросили подписчиков поддержать наше видео против электрических ошейников. Да, это действительно очень важно, ребята. Мы против живодерства над животными. Да, Алиса, и наши настоящие мэджики обязательно нам помогут и распространят это видео. Ну, а мы, наверное, будем начинать, да? В вашем инстаграме, кстати, не забывайте, ребята, на него подписываться. Вы попросили задать вам вопросы. Да, и они нам прислали очень много вопросов. Так, ну что ж, я буду читать вопросы от мэджиков, которые они задавали под вот этой вот очень классной фоточкой с Афиши. Смотрите. Красиво! Аня видела, давай вопросы уже. Ладно, ладно, хорошо. Начнем с простых. Любите ли вы покушать? Конечно! А кто не любит кушать? Ну, знаешь ли, Миш, разные бывают собаки, да, киса Алиса? Я кушать люблю. Все наши волшебные семьи любят пожрать. Юми, ну зачем так грубо? Ладно, любите ли вы посылки? Я люблю. Да, киса Алиса очень любит коробки, а потом обгрызать их. Но вообще мы, правда, все любим посылки, обожаем распаковывать подарки от мэджиков. Это правда, мы очень любим посылки. У меня будет 50 вопросов. Можно ли отправить вам посылку? Конечно. У нас везде, на всех каналах под видео есть адрес. Да, Эйвен? Да, адрес, куда вы можете отправить вашу посылку. Дрались ли вы когда-нибудь серьезно и по-настоящему? Признавайтесь. Дрались. Ну, не серьезно, не по-настоящему. То есть не дрались? Дрались. Но не по-настоящему. Как собака с покемоном. Мы с Юмичу все время деремся. Да, мы играем. Мы никогда не дрались серьезно. Пукает ли киса Алиса? Пукает. Неправда. Мы все пукаем иногда. Ну, если честно, то да. Они врут, не верьте им. Правда-правда, пукает, как динозавр по ночам. Ой, свет погас. Свет погас, а это значит, что Алиска пердунишка. Пукальщица. Неправда, Юмичу, сама пердунишка. Ладно, все мы пукаем. Вот как раз еще один вопрос про вас. Ссоритесь ли вы, Юмичу и киса Алиса, и из-за чего? Конечно, ссорятся, они вечно ссорятся. Как настоящие друзья, да, Алиска? Ссоримся мы с тобой? Ссоримся. Но мы это, по-доброму, не жестко ссоримся, так как друзья. Так из-за чего вы ссоритесь? Из-за разного. Например, потому что Юмичу говорит, что я пукаю. Пукаешь? Пердун. Я не пердун. Пердун? Нет, пердун. Еще один вопрос про вас. Кто из вас самый бешеный? Юмичу или Алиса? Конечно же, Алиска бешеная. Бешеная. Нет, это ты бешеная. И самая бешеная. Нет, ты. Ладно, я. Эйвен, как раз вопрос для вас с Мишей. Хотели бы вы еще себе ребенка? Нет, мы пока не хотим с Мишей заводить еще детей. Правильно, им хватит меня, любимой доченьки, да? Юмичу, а ссорится ли Эйвен с Мишей, а? Нет, мои папа с мамой почему-то никогда не ссорятся. А ты умеешь танцевать, как Софи? Я? Нет, Юмичу еще не научилась танцевать, как я. Я-то умею сидеть, как она, на попе. А она умеет пока только прыгать на задних лапах, но кружиться нет. Софи, если у тебя парень, будешь ли ты искать парня и вообще про парня? Я уже говорила в Дне Святого Валентина, что мы познакомились, но он оказался в другом городе, и мы с ним так и не встретились. И теперь, получается, у меня нет парня. Я мячик принесла, вот он, мячик у меня во рту. Сколько ты весишь, Юмичу? Я чуть больше 2 килограмм. Мам, не тебя спросили. Всех спросили, сколько вы весите? Я вешу меньше
всех. Нет, Кисалиса весит меньше всех, а потом я. Да, а потом Миша. Мы никогда специально не взвешивались. Вот я вешу 2 с лишним килограмма. Юми и Кисалиса меньше меня, а Эйвен и Софи больше. Но самая жирная у нас тетя Софи. Юми, так нельзя говорить. Самая жирная тетя Софи, да. Самая тяжелая, а не самая толстая. Да уж, спасибо, ребята. Тетя Софи, ты не обижайся, мы просто так шутим с Юмичу. Плохие шутки. Эйвен, когда будет снова вечерний Эйвен? Все спрашивают. Ой, я не знаю, если честно, ребята. Папуля почему-то подумал, что его шоу никому не интересно, да? И испугался, что вы не будете смотреть его. Вот поэтому он не снимает его больше. Ну и дурак. Всем нравилось. Киса Алиса, кто твой тайный поклонник, который прислал тебе валентинку на День Святого Валентина? Будет ли у тебя парень? Я не знаю, кто этот тайный поклонник. Не знаю, кто прислал валентинку мне. И будет ли у меня парень? Кто лучшие подруги? Девочка тут написала, что лучшие подруги Киса Алиса и Софи. Нет, видите, я делаю как собака. Моя лучшая подруга Юмичу, Покемон. А Софи лучшая подруга Миши. А у меня нет лучших друзей. Зато тебя спрашивают, каково быть старшим в семье, Ивасик. Эйвен очень хороший, старший в семье. А Пуля у меня самый крутой. Он всех нас любит и обо всех заботится. Какой любимый цвет у Киса Алисы, а? Я еще не придумала, какой у меня цвет. Я даже не придумала, когда у меня день рождения, потому что меня спасли из канализации. Тут, кстати, опять спрашивают, когда у вас у всех дни рождения? Аня много раз во всех своих разных роликах говорила, когда у кого день рождения. У меня 6 апреля. Эйвен, ты вообще-то меня закрываешь. А у меня 6 ноября, а у Миши 8 февраля, а у Юмичу прям перед Новым годом, 27 декабря. Юмичу, если бы у тебя была суперспособность, то какая бы она была? Я бы могла менять цвет в желтый и стала бы суперкрутым покемоном и делала бы все, что могут покемоны. Могла бы летать и вообще, короче, я была бы суперпокемоном. Ничего нового, Юмичу. Нам точно пора объяснить ребенку все про эту жизнь. Кстати, вопрос, когда они с Кисалисой пойдут в школу? Какую еще школу, вы че? Да-да-да, нам точно надо будет отправить их в школу. Не пойду я в школу. Я тоже не хочу. Но вы должны и учиться, и быть умными. Когда Юми перестанет шепелявить? Никогда не перестанет она шепелявить, потому что... Потому что ты, между прочим, картавая. Ну и что? У нас с тобой обеих проблемы с речью. Зато я умею буквы R выговаривать. Пойдем в школу. И что там делать? Вас там девочки как раз научат нормально разговаривать. Вы когда-нибудь какали в Анину обувь? Чего? В Анину обувь какали? Нет, вы чё? Не-не-не-не, такого уж точно не было. Это уже перебор. Мы воспитанные. Я писала иногда не там, где надо, но отучилась. Девочки, ругались ли вы когда-нибудь со мной очень сильно? И обижалась ли я на вас или вы на меня? А почему только девочки? Ну, все. Нет, мы никогда с Анюткой не ругались. Да, скандалов у нас никогда не было. И с Кисой Алисой тоже. Мы, по-моему, все друг друга понимаем. Да, Киса Алис? Я обиделась на покемона. Вот она вечно обижается. Когда тайная жизнь домашних животных? Но, ребята, мы все время снимаем тайную жизнь домашних животных. Всегда, когда с нами нет Ани. Это, по сути, есть тайная наша жизнь. Как уговорить родителей купить собаку? Вообще, Аня сняла когда-то видео на канал Magic Family, но оно уже устарело. И мне кажется, нужно снять еще одно, да? А может быть, даже от вашего лица. Хорошая идея. Киса Алиса, боишься ли ты пятен на своей голове? Каких еще пятен? Я не понимаю. Ничего я не боюсь. А кто у вас тут, спрашивают, самый главный в семье? Я? Конечно, ты. Нет, кроме меня. Папуля! Да, Эйвен самый главный. Это так, но если серьезно, то, наверное, главнее всех все-таки я. Я ведь самая ведущая. Эй, вообще-то подождите, не-не-не-не-не. Ну ладно, пусть будет Эйвен. Мальчикам надо уступать. Это девочкам надо уступать вообще-то. Вы когда-нибудь что-нибудь воровали? Нет, мы никогда не воруем. А кусали когда-нибудь Аню? По-настоящему, серьезно. Я, конечно, знаю, что нет, но ответьте вы. Нет, мы никогда не кусали Аню. Если бы ты, Софи, могла исполнить любое свое желание, что бы это было? На сегодняшний день, кроме парня, я бы хотела, чтобы все собаки в этом мире были счастливы. Это не только ее желание, а всех нас, и не только собаки. Да, вообще, все животные, вот. Киса Лис, почему ты решила, что ты собака? Я просто собака, вот и все. На самом деле она... Правда, как собака. Она выросла в нашей собачьей семье. И она еще ребенок, как Юмичу, которая верит, что она покемон. И поэтому она верит, что она собака. Было ли вам когда-нибудь стыдно перед Аней? Нам стыдно? Нет, никогда нам не было стыдно перед Аней. А за что нам стыдиться? Что, естественно, то не безобразно. Сколько вкусняшек в день вы едите, а? Да мы не каждый день вкусняшки-то едим. Да, только иногда. Вы снимете утро собаки или кошки? Конечно, будут еще такие ролики. Хотели бы вы, взрослые, вернуться в детство? Я испарилась в шторе. Я еще не взрослая. Да, мне иногда тоже хочется стать как Киса Алиса и Юмичу и веселиться. И мне, и иногда мы это делаем. Как настоящие старики. Юмичу, перестань нас так называть.
нам точно пора отправить дочь в школу. Будете ли вы менять имидж? Кого-то не устраивает наш имидж? А что не так с нашим имиджем, а? Ну, типа, просто так. А, ну, может быть, почему нет? Софи, ты бы хотела стать женой Эйвона? В смысле жена Эйвона? Она же его сестра. Какой-то странный вопрос. Вот именно, что за бред? Она моя тетя! Вопрос действительно странный, просто хотела, чтобы вы на него ответили. Никогда я не хотела стать его женой. Он мой брат. Юмичу, ты бы хотела стать кошкой? Зачем мне кошкой быть? Я покемон, вы чё? Ну, знаешь, всякое бывает. Нет, она не хотела бы стать кошкой, она собака, как и я. Киса Лис, вообще-то ты кошка. Отстань. Хотели бы вы быть другого пола? Девочки мальчиками, а мальчики девочками? Нет, конечно нет. А будете ли вы снимать пранки? Не предлагайте им снимать пранки. Хотя они все равно будут их снимать. Юмичу, не смей снимать пранки, ясно? Папа тебе сказал. В школу меня отправишь, буду снимать пранки. Так, ребята, вы покажете все свои коллекции? Конечно, покажем. Наверное, только в разных видео, да? А я до сих пор не знаю, что собирать. Вопрос к девочкам. Вы устроите показ мод? Да, я уже давно предлагала показ мод снимать. Покажем шмотки. Вещи, Юмичу. Хоу. Какие вы все гламурные. Софиша, будут эпик-влоги еще? Конечно, будут. Я спрячусь в шторах. Я собака-невидимка. Меня не видно. Киса Алиса, тебя видно. Кстати, кто впервые всех смотрит ролики на всех каналах? На Magic Family и на Animagic, и даже здесь, когда они выходят? Конечно, это я. Не совсем. Иногда это Киса Алиса. А иногда мы все вместе смотрим. Но на самом деле впервые всех Аня, потому что она их туда выгружает. А, точно. Кто придумал вам имена? Многие, кстати, считают, что у Миши мужское имя, но это не так. А имена, конечно же, ты придумала. Что за странный вопрос? Не сами же мы себя так назвали. Ну, вообще-то не совсем. Она назвала Мишу Мишей, меня Юмичу, а Кису Алису Алисой. А вас, Эйвон и Софи, так назвали сначала. А потом она просто вас не переименовала. Ничего себе, сколько ты, Юми, знаешь о папином прошлом. Да-да-да-да-да. Вы бы хотели встретиться со всеми мэджиками? Что за вопрос? Конечно, хотели бы. А характеризуйте себя одним словом каждой. Киса Алиса. Собака. Я даже умею чесаться, как собака, видите? Софиша. Оторва, как всегда. Миша. Лайк. Юми. Покемон. А Эйвон? Эйвон, зануда. Отличное слово для него. Вообще-то я Эйвон бро. Ну и еще два очень важных вопроса для Юмичу после того, что случилось с тобой. Заведешь ли ты себе нового парня и будут ли у Юми дети? Юми покемон. Конечно, парня заведет другого, который будет ее любить. Я пока не знаю. А насчет детей? Не надо на Юми детей сейчас. Она еще сама ребенок. Мне и с Киской Алиской хорошо. Мы себе парней классных заведем. Так, девочки, хватит тут говорить глупости. Рано вам еще парней, и никаких у Юми пока не будет детей. Но попозже, может быть, да? Да, попозже мы с Мишей подумаем и, возможно, разрешим ей, когда она выйдет замуж, родить ребенка. Я же говорю, будут парни еще. А ты давай подписывайся на наш инстаграм, теперь его будем вести мы. И иди смотри очень важный ролик на главном канале Magic Family.